Об этом писали фантасты и снимали фильмы, но угроза Земле со стороны астероидов реальна. Вот почему американское космическое агентство НАСА начало испытательную миссию по противостоянию астероидам. Ракета Falcon 9 выводит на орбиту противоастероидный космический корабль DART-24, который через год попытается сбить с курса астероид. Первый раз в истории мы можем что-то с этим сделать. Мы можем научиться, как находить эти тела и, надеюсь, отклонять их, выводя из опасности зоны Земли. Дарт направится к астероидам Дидимос и Диморфос. Они не угрожают Земле, но этот опыт покажет, какие варианты защиты можно задействовать, если небесное тело будет действительно угрожать нашей планете. Совершенно верно, что в настоящий момент мы не осознаем угрозы, которая может появиться через 100 лет. Верно также и то, что мы наблюдали лишь треть из всех тел того размера, который мы собираемся столкнуть с курса. И, честно говоря, одна из наших задач – наблюдать за другими двумя третями в ближайшие десятилетия. Планируется, что Дарт, запущенный из космической базы Ванденберг в Калифорнии, будет путешествовать в космосе и достигнет системы двойных астероидов осенью будущего года.